его изучить. Правда? Да, и мусорить тоже, кстати, не надо. Ты пьяный, у тебя бутылка в руках, тебя выгнал охрана, тебе не стыдно? Правда? За ислам я жизнь отдам. Ассаламу алейкум. Меня зовут Ислам. Сегодня мы на площади трех вокзалов. Каждый день здесь сотни тысяч людей, и эти сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают их зачастую. И мы приехали сюда для того, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать, призвать их к религии Аллаха субхана ва тааля и к соблюдению норм морали общечеловечества. Вечер добрый. Как дела? Распиваем, так сказать, да? Ну что же вы так? Дети ходят, люди. Пример для подражания. Ну, извини, пожалуйста. За что? Я уважаю тебя. Да? Ты знаешь, кто я? Да. Кто? Я знаю тебя. Да? Пить больше не будешь? Нет. Все, красавчик. Ассаламу алейкум. Все, удачи. Сегодня с нами адвокат, религиозный деятель Руслан Хайбулов. В этой ситуации именно проблема курения и распития спиртных напитков публичная. Она именно призывает к тому, что грех начинает расти и все другие виды. Это дурной пример заразителя. Поэтому наказание должно быть именно за общественность, за публичное отрицание законов общества, за отравление других людей, за отравление другой культуры, а не за то, что он отравляет спорт. Да? Здравствуйте, девушка, можно вас на секунду? Вы знаете, что тут нельзя? И вообще, что курить вредно? Надо меня снимать, значит. Понятно? У нас любой звук. Правда? Да, и мусорить тоже, кстати, не надо. Молодец. Да, желаю вам успехов, так сказать. Вот что это за выброс? В урну куда-нибудь, затуши и выкини. Вот и алкоголь тут же, понимаете? Вот куда не пойдешь, везде вот, так вот, сказать. Вот, рука, водка? Нет, стой, бутылки. Ты выпил уже, да? Выпил, нет. Хорошо себя чувствуешь? Где он пил? Здесь я не заметил. Ты откуда, брат? Узбекистан. С Узбекистана, да? Ты затем приехал сюда, чтобы водку пить? Нет. А зачем ты? Я здесь не пей. Ты пьяный, у тебя бутылка в руках, тебя выгнал охрана, тебе не стыдно? Братан, я по-русски плохо знаю, а ты тебе объясни. Я здесь не пил. Ну ты вообще пил? Пил ты? Пил. Зачем пил? Там. Зачем? Потому что почему? Я три года семья я не видел. Если ты будешь пить, ты семью и не увидишь. Ты должен положиться на Всевышний Аллах субхана ва тааля, попросить его о встрече с семьей, о том, чтобы у тебя был заработок, чтобы твои дети были богобоязненны, чтобы у твоей семьи было здоровье. Зачем можно? Ты пьешь, это тебе не поможет. Можно? Вот ты не поможет. Можно? Давай. Сейчас, только сейчас. И через 20 минут мой братишка здесь будет. И ты хочешь встретить его пьяным? Да, я встречу. Ты хочешь пьяным встретить своего брата, нет, которого он ты видел? Друг привез? Уже сейчас в магазин ушел. Мой друг. А. Он нормально. Он, сколько тебе лет, дядя? Я 40. 40 лет тебе, да? Почти 40. Почти 40, да? А, ты знаешь, что по исламу? Ты мусульманин? Да, мусульман. Ты знаешь, что пить нельзя? Зачем я, ты пьешь? Я прекрасно знаю. И потому что я 12 лет. Арабский язык читаю. Да, но ты пьешь. Почему? То, что мусульманин, я уважаю. Люди многие, поэтому будут судить, понимаешь? Я понимаю, и да. Мы аккуратно. За ислам я жизнь отдам. В Аллахе я жизнь отдам. А то, что он говорит, 12 лет он учился, и вот так, это вообще неправильно. В Аллахе. Люди потом по-другому будут. Те, кто учились 12 лет, и вот так ставят. Публичная, она именно призывает к тому, что грех начинает расти и все другие виды. Это дурной пример заразителя. Поэтому наказание должно быть именно за общественность, за публичное отрицание законов общества, за отравление других людей, за отравление другой культуры, а не за то, что он отравляет спорт. Ты сидишь в тюрьме, не ходишь в тюрьму? Только сегодня. Сегодня где-то. Что, документов нет? Документов нет? А как ты на работу собираешься документов? Просто стыдно, сейчас он вышел и поедет ни с чем, а дома тут дети, жена, все родственники. Те, кто не работали, они не хотят, хотя бы ну, там детям подарки. С этого многие отказываются. Ты тоже с Узбекистана? Нет, здесь.
Виды трона. Он не чпем вообще. Он ргатым. На людях хотя бы не пей. Оставь свой грех между собой и Всевышним. Зачем ты на людях пьешь? Люди на тебя смотрят и отрицательно так относятся. И к приезжим относятся, и к мусульманам относятся. Правильно? Мусорку выкинь. Спасибо. Спасибо. Брат, джазакаллах хайр, за то, что помог, за то, что ты не остаешься безучастным, я вижу, как ты болеешь за все это. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Дядя, не пей больше.